Зампред президента Мурат Зязиков с рабочим визитом прибыл в Брянск. В областном центре он провел рабочую встречу с главой региона, ответил на вопросы граждан и встретился с ветеранами. Одна из целей визита – от имени президента России поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, супругов Мичинковых, с 70-летием Победы. Для меня сегодня огромная, огромная радость, вот, то, что вот, именины сердца, как говорится, потому что сегодня накануне 70-летие, вот, видеть вас, вот, находиться рядом с вами, это великое счастье. Потому что вот, такие награды, вот я смотрю, 3 ордена Красной Звезды, ваши награды. Это вот, как на вашу одну семью столько наград, это просто... Это просто счастье. Генерал-лейтенант запаса Дмитрий Мичинков более 30 лет возглавлял Брянский областной комитет ветеранов войны и военной службы. Он – кавалер ордена Отечественной войны первой степени и 3 орденов Красной Звезды. Анна Мичинкова прошла вместе с супругом всю войну. Мурат Зязиков поздравил супругов с 70-летием Победы. Затем последовал прием граждан. Вопросы звучали разные. Медоборудование и дорогостоящие лекарства, ремонт дома, организация отдыха в Крыму и санаториях. Затронули и тему жилья для детей-сирот. Мурат Зязиков пообещал взять вопрос на контроль. В частности, обращение, которое было последним, и к августу текущего года будет вопрос решен по оказанию конкретной помощи конкретной семье. Причем это делаем, если вот кто-то стоит в очереди, там, скажем, 10 или 5, то это предыдущие тоже все получают, чтобы не оказалось, чтобы какого-то этого неравенства. Мурат Зязиков отметил, что каждое обращение в приемную президента очень важно. Все проблемы, с которыми граждане обращаются, по словам Зязикова, отправляются на особый контроль главе области. Сюжет подготовлен при содействии пресс-службы областного правительства.